Более 2300 нарушений выявлено за прошлый год в системе жилищного хозяйства. Сотрудниками управления жилнадзора выписано более 900 предписаний. Стоит отметить, что с введением лицензирования управляющих компаний доля невыполнения предписаний заметно сократилась. Если в 2014 году она составляла 30%, то в прошлом году снизилась до 12,7%. Также введены санкции против недобросовестных собственников жилья. С нового года в домах, где не установлены индивидуальные приборы учета, плата повысится в 1,5 раза. Это не коснется жилья, признанного аварийным. С 1 января. Ну да, должно быть, но, к сожалению, наши многие управляющие компании, программные продукты были не готовы. Поэтому, понятно, они включат это в февральский платежный документ, еще и перерасчет сделают за январь. Я боюсь, это будет вот просто неподъемно для многих. Эта обязанность, она была давно введена законом об энергосбережении, но как-то вот мало мы уделяли внимания такой проблеме.